В мэрии обещают не допустить продажи около 80 торговых киосков одесского «Каравая», аукцион по которым анонсирован на портале реализации арестованного имущества «Ситам». Мэр Геннадий Труханов заявил, что не предполагал о планируемой продаже ларьков. Такую информацию он узнал от СМИ. Речь не идет ни о недостатке хлеба в Одессе, хлебобулочных изделий. Речь не идет о повышении цен на хлеб. Сегодня мы проводим, я думаю, что и проведем успешно переговоры со всеми представителями торговых сетей, которые сегодня будут реализовывать хлеб. И мало того, наша основная задача, которой мы справлялись и справимся, чтобы эти торговые наценки не присутствовали на те виды хлебобулочных изделий, я имею в виду вот такого социальной направленности. Это сегодня главное для нас. За какие именно долги ларьки хлебобулочной компании выставили на продажу, мэрии так и не удалось узнать. Ранее на портале реализации арестованного имущества «Ситам» появилась информация об аукционе предприятия «Одесский каравай». Суммарная стоимость лота – 1 250 000 гривен. Торги запланированы на 2 августа.